Лесные пожары в Тюменской области продолжают тушить с помощью авиации МЧС. Для локализации очагов в Нижнетавдинском и Вагайском районах привлечены самолет Ил-76 и вертолет Ми-8. Всего же с начала пожароопасного сезона воздушная техника тушила крупные пожары в самых разных точках региона. С середины мая сделано 400 сливов воды массой в 3000 тонн. Вертолетов для тушения лесных пожаров в регионе будет больше. Авиатехника зарекомендовала себя как эффективный способ локализации крупных очагов. Об этом накануне в программе «Вечерний хэштег» рассказал директор областного департамента лесного комплекса. По сути, у нас на слив будет 6 судов работать. Сейчас пока они еще задействуются, в том числе и на доставке десантников. То есть мы усиливаемся еще? Да, безусловно, мы усиливаемся. Вот опыт работы с воздушными судами, с водосливными устройствами показал свою эффективность. Понятно, что необходима поддержка земли. И вот такой вот синергетический эффект это все дает, когда пламя поднимается, а поддержка с воздуха не дает ему подняться в верховой пожар. И есть возможность дотушивания уже наземными силами. В регионе на сегодня продолжают действовать 25 лесных пожаров. За сутки зафиксировано 2 новых возгорания. 3 очага потушено. В Ишимской и Тюменской авиазонах остается 5-й класс пожарной опасности. Это чрезвычайная степень. А вот в Тобольской и Увадской авиазонах класс пожарной опасности снизился до 3-го. Это средняя степень, что говорит о более благоприятной обстановке.